Всем привет, дорогие мои, с вами Конна Ваня, интернет-проект Фаберлик Онлайн, и в этом видео мы с вами поговорим о моем заказе. Заказ был на 500 баллов, первую часть я уже выгрузила, это вторая часть заказа. Конечно же, у нас с вами появляются новинки и памперсы, и новая детская серия Ума. Мне было очень любопытно ее попробовать, потому что мы с Викусей до сих пор часто используем детские кремы и для массажа, и для всего, но именно вот этот детский крем, он очень густой. Прямо очень густой. Я удивилась, потому что я еще ни разу таких кремов не встречала. Он очень плотный. Он идет, детский крем, под подгузник. Он защищает нежную кожу от раздражений и опрелости. Формула не содержит ничего лишнего, только самые необходимые и безопасные ингредиенты. Сводит риск аллергии к минимуму. Он без отдушки. Действительно, запаха нет абсолютно никакого. Я не знаю, как они добились этого. И без красителей, не содержит парабены, содержит сквалан, который увлажняющий компонент родственной нежной кожи малыша для ежедневного применения. Артикул 2797. Так, сколько же тут? 75 мл. В принципе, обычное. Но это что-то с чем-то. Мы его намазываем, и он очень густой, понимаете, он очень густой, и действительно, вот знаете, кладется на руку что-то типа вот ощущения солнцезащитки, но вот наша солнцезащитка, она, как вам даже сказать, она более-менее хотя бы склизенькая такая, а этот прям густой, с такой натяжкой идет. Я понимаю, что его нужно наносить, но его не нужно втирать, но вот это мое мнение. Не оставляет никакого жирного блеска, ничего, впитывается очень быстро. Это очень даже интересно. Я, знаете, сначала даже подумала, что мы детским кремом сейчас, вот который 0+, от эксперта, мы делаем Викуське массаж именно с ним. И как мы теперь будем это делать? А потом я поняла, что у нас еще появилось масло, и все отлично. Ну ладно, вот этот крем, конечно же, в пустых баночках, я о нем расскажу подробнее, и мы посмотрим на его результат с вами все вместе. Мне очень-очень интересно. Ну вот он впитался, и буквально меньше, чем за минуту я поняла, что я его на руке абсолютно не чувствую. Под подгузник, к сожалению, я никак не могу его использовать, потому что у меня ребенок взрослый уже. Но мы попробовали 1+, шампунь плюс гель для душа. Это 2 в 1. Длительное очищение волос и кожи. Формула не содержит ничего лишнего. Нам обещают, что без запаха. Сейчас я еще раз. Ну вот запах есть какой-то, но он, знаете, минимальный, и это действительно запах без отдушек. Артикул 2792. Густота у него, ну вот, он очень густой. Знаете, вот у нас есть гель для интимной гигиены. Story de Amour. Так вот, он такой же густой, он также хорошо пенится, он долгоиграющий, но он 1+, понимаете, не 0+. Вот, тут тоже нужно понимать, 2792 шампунь и гель для душа, 2 в 1. Все равно какой-то бальзамчик, что-то хочется. Хочется, это маловато. Далее у нас идет нежный детский гель для очищения кожи и волос. Вот тут тоже непонятно, подходит для очищения кожи и волос. Формула не содержит ничего лишнего, только самые необходимые безопасные ингредиенты. Способ применения: нанесите, смойте. Это получается 0+. У нас еще был гельчик для подмывания 0+. Что-то я его не вижу. Я вижу только гель для очищения кожи и волос. Там тоже гель для душа и для волос 1+. А где интимный гель для подмывания? Что-то я не совсем поняла. Поэтому оба, кстати, по 200 мл. Детский гель для очищения кожи и волос идет с артикулом 2793. Все-таки что-то вот хочется такое, чтобы он не только был шампунем, но еще и что-то, какой-то бальзамчик. Потому что взрослые бальзамчики вы же не будете наносить. Но так, в принципе, вот мы один раз помыли голову одним, другой раз другим. Никакого отличия я не увидела, особого запахов, отличия, консистенции, каких-то пенящих средств. Все одинаково и все, в принципе, хорошо и очень даже комфортно. Далее, вот такое вот масло, детское масло для ухода и массажа. Артикул 2796. Это спрей. Очень даже жирненький такой спрей. Вот он, видите. Обычное такое вот масло. Для ухода, ну, это, наверное, как вот, знаете, Johnson's Baby. Легкое масло для увлажнения и очищения кожи. Формула не содержит ничего лишнего. Для ухода и массажа. Тоже запаха никакого
нету абсолютно никакого, запаха нет. И я еще хочу, нам скоро к Викусе будет ходить массажист с 1 числа, я хочу дать попробовать ему и спросить, как оно для массажа. Ну, отдельный ролик, конечно же, сниму обязательно, в следующем, может быть, обзоре, еще как-то. 2796, именно хочу массажиста спросить, как оно при массаже, долго ли скользит кожа, не будет ли у Вики, знаете, вот этой вот крапивки, когда по сухой коже вот так вот трынь-трынь. Будем смотреть. Ну, в принципе, пока все понравилось. То, что для детей, я считаю, что это очень даже подходит к детскому уходу. Это здорово. Дальше. Концентрированный гель для мытья посуды. У нас как-то вот позаканчивался. Я взяла свой любимый сочный грейпфрут 30098. Взяла также 30094 ароматное яблоко. Вот чем мне нравится это яблоко? Тем, что оно прям такой вкус какого-то такого красного, вкусного, спелого яблока. Не яблочное повидло варенье, а именно вот яблочко. Приятное очень. Далее мой любимый кондиционер. Ультракондиционер для белья, ароматерапия 118-55. Далее 118-53. Восточный пион. Это концентрированный гель для мытья посуды с антибактериальным компонентом. Все вы знаете, что я еще родителям покупаю, поэтому так много. 30-103. Родители сколько-то увезут в деревню, обычно антибактериальные компоненты не увозят, потому что у нас посудомойка, мы все моем в посудомойке практически, а у них там в деревне посудомойка не стоит. Артикул 30103 это концентрированный гель для мытья посуды 2 в 1. Тоже очень такие интересные ароматы. Потому что арбуз и эвкалипт – это очень интересный аромат и, в принципе, приятный. Такой ничего, хорошенький. Так, что еще взяли из бытовой? Несколько штучек для белого и цветного биопятновыводителя универсального. И это именно пятновыводитель. Артикул 119-84, порошочек. Такой вот порошочек. Вот, интересный. У нас было средство, нам оно очень понравилось. Энзимный пятновыводитель от BSC. Ну, что-то его пока нет на складе вообще. Но так как средства от BSC вообще вот по уходу за домом нам очень понравились, я взяла еще вот этот универсальный гель для очищения всех поверхностей от стойких загрязнений. Поэтому его мы тоже продублировали, хотя до этого мы на него внимания не обращали, потому что и Faberlic средств много, и я сразу как-то вот после объединения компаний много назаказывала. И как-то вот он стоит и стоит, стоит и стоит. А тут как-то вот эти кончились Faberlic, вот мы на это перешли. Просто бывает такое, раз и нету. И начинаешь расходовать то, что осталось. Так вот, он нам понравился, вот этот универсальный гель. Далее, гель очищающий для туалета. 30-292, ярко такой зеленый цвет. И гель очищающий для туалета хвойный. С артикулом 10-898, хорошенький. Что-то куда-то у нас постепенно деваются палочки. Набор палочек из фибрового волокна для ароматического диффузора. Артикул 174 или 10074. Такие вот 5 штучек. Они такие, знаете, мягонькие, прикольненькие. Ну, что особо нужно. И вот, конечно же, сами ароматические диффузоры. Больше всего мне, конечно, нравится антистресс Sakura Matcha Tea. Как он называется? Он очень вкусный. Сами по себе они очень красивые. Вот, таким вот образом открываете. Тут вот достается крышечка. Пользуюсь с превеликим удовольствием. Просто обалденнейший аромат. Безумно нравится. Запах нормальный. Если в туалете, например, мы используем 2 палочки, потому что можно задохнуться от всех 5, то вот, например, в моей большой комнате, у нас 5 палочек стоит, все хорошо. Таким вот образом. Хорошенькая такая. Красиво, во-первых, для интерьера это очень красиво. Во-вторых, надолго хватает. Его хватает месяца на 2, если 2 палочки, и на месяц, если все 5 палочек. Артикул 157. Именно Sakura Matcha Tea. Очень приятный, клевый, такой нежный аромат. Далее, позитив. Аромат позитив. Это у нас, знаете, такой интересный. Они, кстати, все без спирта, на растительной основе. Содержат эфирные масла. Они еще полезные. Все идут по 100 мл, что хочется сказать. Вот позитив мне тоже, в принципе, очень нравится. Я его тоже очень люблю.
И тут хочется сказать, что это такое что-то типа свежести, такой сладкой, может, свежести. Ну, приятная, приятная штучка. Energy — это мандаринка, артикул 10056. И Black Amber Relax — это такой, знаете, такой дорогой, грубоватый такой аромат. Очень приятный такой, действительно уютный аромат какой-то. Вот артикул 158. Это надо пробовать, конечно. Сложно описать вот эти ароматы. Они не односложные, не плоские. Они реально крутые. Забыла крышечку добавить. Вот так вот. У меня просто закончился в комнате. И я могу сразу открыть, сразу поставить. И вот они напитаются. Видите, уже тут сыренько так получается. Они напитываются, и получается клевый и классный аромат. Люблю, очень люблю. Далее масло. Масло чайного дерева 5 мл. Артикул 1344. Далее масло лаванды, артикул 1341. И масло лимона, артикул 1340. Все они такие вот маленькие. Я очень люблю их в наш аромадиффузор добавлять. У дочки стоит увлажнитель воздуха. Я тоже увлажнитель воздуха добавляю. В общем, здорово. У нас очень сильнейшая такая вот в компании Faberlic линеечка. И я очень люблю заказывать эти ароматы. Я обожаю аромадиффузоры. Заказываю их очень много. И много кому дарю. Потом люди просто говорят: а закажи мне еще, мне понравилось. Понимаете, людям нравится, что качество воздуха меняется. То есть он меняет качество воздуха. Это приятно. Мой любимый шампунь для нейтрализации желтизны. Моюсь им примерно раз в неделю. Очень помогает справиться с желтизной. 27-10. Просто обалденная вещь. Огромное спасибо компании Faberlic за то, что такой качественный продукт с умом совсем выпущен, что вот прям вообще супер, просто супер. Да, у него широкая линейка, там бальзам, там маска для нейтрализации желтизны, этих три продукта. Но я в основном пользуюсь только вот шампунем, хотя маска тоже классная, бальзам вернее. Это шампунь интенсивно очищающий для жирных волос, артикул 0191. Я хотела заказать маленькую версию, потому что большие версии у меня есть, и чтобы маленькая версия можно было с собой в дорогу взять. Но нечаянно, не посмотрев, кликнула на большую. Ой, в общем, придется брать большую версию, потому что, ну, блин, пока по-другому никак. Маленькой версии нету. Так, шампунь защита цвета, артикул 1353, 400 мл. Тоже вот взяла, это, по-моему, новинка. Гели для душа. Они были по распродаже. У нас вечно гели для душа заканчиваются. Стоят они в двух ваннах. Поэтому детские еще вот, да, гель для душа. Поэтому я назаказывала всего побольше, чтобы они были. Так, гель для душа черничный капкейк. 2500 артикул. Я их не люблю. Ни один. Вот, наверное, только оранжевый люблю. Они, знаете, такие ягодные. У них такие яркие ароматы, ягодные. И любит свекровь, любит Катюша. Я не люблю, вот, честно скажу. Иногда балуется ими муж еще. Ему нравится, я нет. Я люблю что-то более такое вот изысканное, свежее. Вот это я люблю, вот это мое. Вишневый цвет и хлопок — это мое. Ну, об этом чуть-чуть позже. Так, значит, 2500 черничка. 1910 малинка. Так, грушевое парфе 25-36. Вот этот апельсиновая меренга 1900. Так, это гель для душа 3+. Идет 26,89. Ну, мы его часто викусеньки заказываем. Так, далее 26,90 детский шампунь бальзам для волос. Я говорю, вот такого не хватает, но скорее всего это новинка, его уже не выведут, потому что 3+ есть. У нас сейчас есть 0+, 1+ и 3+. Угу. Так, далее парфюмированный гель для душа Beauty Cafe Caprice. Ну, кто знает, как пахнет парфюмерная вода Beauty Cafe. Это такой грубоватый, хороший, такой дорогой, хороший аромат. Очень стойкий, классный. То вот я его не так сильно люблю, как люблю вот этот гель для душа. Он все-таки немножко понежнее как-то. 8104. Это, кстати, любимый аромат моей сестры старшей. Вот эта парфюмерная вода. Далее Пуртужур 8125, гель для душа, свадебный аромат. Есть такая парфюмерная вода еще. Парфюмированный гель для душа Каори 8114. Как раз сегодня у меня закончилась парфюмерка Каори. Очень мне нравится вот эта вот нежная
легкость. Ну уж какой-то вот он стойкий чересчур. Вот он мне к концу вечера надоедает, а я его все чувствую, вот парфюмерка. А вот гель для душа нравится. Так, парфюмерный гель для душа Дона Феличе. Ну, это, знаете, такой цитрусик. 81-15, очень приятный, не односложный цитрусик. И Феерика Сенсуэли, это такой сладкий, насыщенный сладкий аромат. 81-20, такой прям женский уже, девчачий, как его даже назвать. Далее, бальзама для волос. Ну, вот взяла маловато, но я думаю, что хватит. Пока хватит, до следующего заказа. 18-81 Ever Strong. Глубокое восстановление, как обычно. Мне они, кстати, очень нравятся, эти бальзамы. Я их 100 лет не брала, потому что уж слишком у нас широкий ассортимент. И, ну, редко что мне не нравится. Так, 3D Volume. Бальзам для объема для всех типов волос. Тоже вот очень прикольно будет в сочетании с шампунем 3D Volume все вместе использовать. Классно. Особенно если вы хотите делать какую-то прическу. Вот мне, например, когда на сцену выступать или еще что-то, я, конечно, использую, вот очень люблю 3D Volume. Именно всю линейку целиком использовать. Так, бальзам защита цвета 1893. Тоже классный. Защита цвета. У них очень приятные сладкие ароматы, очень легкая консистенция, он не течет на волосах. Именно защита цвета. Ярая поклонница шелковистых гольф. Очень мне нравится носить их с костюмами. Когда брюки, пиджак, шпильки, очень удобно. Угу. Потому что в здании надевать капроновые колготки мне лично жарко. Если я надеваю носочки, то я когда кладу ногу на ногу, носочки видно. И что где они заканчиваются, это не очень красиво. Ну, когда штанина поднимается вверх, то видно вот этот. А вот гольфы идеально, в них не жарко, и когда вы кладете ногу на ногу, все думают, что вы в капроновых колготках. В общем, вот такие вот в каждой пачке по две пары, не по две штуки, а по две пары, то есть 4 штуки, да, у них тут идет. Мне нравится 80-412, класс, вообще класс, вот прям здорово. Далее, 3 лезвия, ну, пригождаются мне где-то в дороге. Плавающая головка у них, артикул 910-060, влажные салфетки чистящие для экранов мониторов. Пригождаются, кстати, частенько, потому что, когда я чем-то увлечена, я могу даже кушать за компьютером. Артикул 302-249. Ну и памперсы, ребят, с которыми произошли казусы. Вообще, я думала, что пятерочка может подойти моей Викусе. Она нам не подошла, нам подходит семерка. К сожалению, компания Faberlic такие большие уже не выпускает. Мы семерочку используем. У Викуси бывают ночные приключения. Дома, конечно же, табу. Но вот где-то в поезде, где-то вот она, допустим, пытается уснуть на экскурсии. Мы понимаем, что может быть лужа у водителя или у экскурсовода в машине. Мы пользуемся памперсами на всякий случай, чтобы избежать, да, избежать неприятных казусов. И вот такие вот пятерочка, которые я планировала оставить себе. 10-17 килограмм. 40 штучек в упаковке нам, конечно же, малы. Я знала, куда их деть. Я думала, что я посмотрю. Вика один примерит. И если мне они не подойдут, я хотела увезти их в Казахстан. Но они же легкие, пусть и большие. У меня сумка большая. Как бы она была тяжелая, но полупустая. Из-за того, что там одни были платья, все такое прочее, она была легкая. И, в принципе, все поместилось. Я думала, увезу. А вот увезу и подарю девочкам, потому что там очень много было из моей структуры, из моей команды девчонок с грудничками, беременных. И, конечно, это было очень-очень приятно подарить. Но так получилось, что они пришли на день позже. Я их не сняла и не увезла. Но ничего страшного в этом нет. Значит, вот такие памперсы по 40 штучек. 5 Junior. В принципе, я вам могу сказать, что девочки в рабочем чате хвалят их. И хвалят все. Я видела очень много видео, много очень опытов с ними. Тут и мерилка есть. И такие вот очень удобные трусешечки. Я считаю, что было бы здорово и классно, если бы еще выпускали шестерку и семерку, потому что они тоже актуальны. Бывают крупные детки и бывают детки, которым это нужно. Вот особенно если вот как моя Викуся, особенная девчонка, она, ну все у нее хорошо, она физически отлично развивается, но вот бывают проблемки с протеканием по ночам. Так, дальше Макси. Это четверочка. Это 7-14 килограмм. Их тут уже больше. Их тут 46 штук.
Их тут 46 штук. Они уже идут действительно намного меньше. Я найду, кому их подарить, кого в свою структуру зарегистрировать. Это вообще не вопрос, вообще не проблема. Даже в чате своем дома напишу, что кому нужны трусики, памперсы, допустим, открытые, сделаю скидочку или по своей цене отдам и прям открытую упаковку отдам. Все будет хорошо. Такие вот четверочки. А девочки в чате их очень хвалят. Говорят, что они мягкие, удобные, уютные. Ну что ж, поверим. Да? Поверим. Далее закрытые памперсы. 54 штучки. Они тоже идут как трусики. Поэтому я их уже открывать не буду. Ну и самые маленькие. Это уже открываются, закрываются мини, потому что на самых маленьких 70 штук, кстати, в упаковке. И самым маленьким, конечно же, очень сложно на них трусики надеть, согласны? Поэтому вот такой вот памперсик, малюсечка совсем, божечки ты мой, ну хоть самой рожай, да, с такой красотой. Вот совсем малюшечки, они уже вот такие вот, клевые, классные. Мне муж сказал, давай, говорит, отнесем в роддом, там, говорит, отказников много бывает, ну, действительно, бывают, встречаются, я уж говорю, уж не так уж много, и там они им нужны. Да, и как раз, смотрите, если памперс надо менять каждые 2 часа, как написано, как говорят, то одному человеку даже 70 штук маловато будет. 3-6 килограмм идут, ну, вот, сразу же после рождения. Такие вот хорошенькие, 70 штучек. Действительно удобные, красивые, яркие. Хотя они это еще и не понимают. Но уже разработано с любовью, с такой. Ну, в общем, супер. Бац, упал. Я его подставлю, он падает. Так, смотрите, это коктейль Wellness. Это коктейль именно мужу. Муж на этом коктейле скинул 20 с лишним килограмм, я им очень горжусь. Когда он на ночь очень хочет покушать чего-то, это ужасная вредная привычка, он вместо еды принимает коктейль и просто не полнеет. Артикул 156-50, хотя раньше мы очень любили что-нибудь на ночь покушать. Теперь я, глядя на него, тоже коктейль, но, наверное, у меня что-то гормональное или что-то присутствует, что я не очень хорошо худею, я скинула всего лишь 13 килограмм, не 20. Но все равно это очень чувствуется. Вот, например, пиджаки я шила какие-то под заказ, платья Faberlic. Есть, которые мне малы, когда я начала полнеть, а есть, в которые я уже начала влазить. А те, которые я недавно оставила от компании Faberlic, там спортивные костюмы, и прям дикое желание постирать их горячо, потому что они стали, ну, такие немножечко висят на мне, не совсем хорошо, особенно вот в плечах, в груди, прям это чувствуется, особенно у пиджаков. Грудь стала ниже, потому что грудь стала меньше. Вот такой вот 98 калорий коктейль. Обожаю его и рекомендую, потому что я его делаю не на молоке, мне очень вкусно, и я прям пью с удовольствием. Артикул 156-50, но ванильный я не люблю, я люблю смешивать клубничку и шоколад. Вот их я пью с превеликим удовольствием. Далее, экспресс удаление пятен, 20 штучек. Вот поставили пятно, сразу удаляете. Классная штукенция. Артикул 30-552, причем даже шоколад удалить, даже кровь. Такой классный, но если это свежее пятно. Заказали экстракт черной бузины. Мне его посоветовала в Абхазии. Да, все вы, наверное, на Ютубе видели, мы ездили в Абхазию. Мне его посоветовала у моего бизнес-партнера жена. Говорит, пропила, прям, говорит, начала восстанавливаться. Я, конечно, тут же сразу же заказала, потому что тогда был большой выпуск новинок, и я эту бузину отдала свекрови и забыла. А сама, как бы, ну, не пробовала. Поэтому сейчас вот буду пробовать. Артикул 157-83. Далее, гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Господи, какой он долгоиграющий, потому что я его использую только в поездках и на каких-то встречах, да, крупных. Очень долгоиграющий спрей, большой. Вот я бы с удовольствием пользовалась бы каким-то маленьким. Вот этот 1679, он, видите, какой большой? Угу. Конечно, если бы он был поменьше, то в сумочке он бы не занимал столько много места. Далее, опять-таки, бузина, потому что если мы с мужем начинаем что-то пить вдвоем, оно у нас заканчивается быстрее, чем начинается. Дезинфектор для рук, как обычно, крем для рук омолаживающий. Кликнула просто так, потому что кремы для рук я очень редко использую, но вот захотелось именно омолаживающего кремчика. 60 мл, артикул 2098. Дезодорант у мужа. Эффективность до 3 дней, 26-79. Он любит только спрей и ничего другого.
он до такой степени любит только спрей, что он мне так и сказал: если спрея не будет в компании Faberlic, спрей дезодорант, я пойду в магазин. Вот он мне какие угрозы. Но, слава богу, спрей есть, и не один, и он пользуется с удовольствием. Чагу сибирскую прописал доктор моей дочке. А, ну что ж, пусть пьет. 157-49 прям прописала. На, не помню, какими пропорциями, но не теми, что тут написано. Пропорции врач больше ей прописала. Исходя из анализов ее кала, мочи и крови она прописала. Мы специально платные анализы сдавали. Она смотрела, что нам не хватает. Еще мы магния, стеарат. Ой, нет, магния, нитрат. Ой, в общем, забыла. Какой-то магний мы еще заказывали на Вальберис, потому что ей не хватает магния. Ну, там больше много чего. Стоп, это новый выпуск. Тукенция класснючая. Тут очень богатый состав. Таким образом, вот он сейчас выглядит. Артикул 157.97. Состав какой? Масло льняное, рафинированное. Куркумин тут есть, хлорофилл. В общем, очень хороший состав куркумин. Мне недавно врач прописывала. Я думаю, почему бы мне не попить его. Тут таблички состава не написано. Скорее всего, на сайте есть табличка. Да, вот со всеми этими вот мыло и так далее. Экстракт брокколи. Масляный экстракт семян чиа. Ну, хороший состав, хороший. Далее, 120 ден. Эластичные колготки в рубчик. Я их еще не примеряла. Ага, значит, они теплые. Давайте будем смотреть. Это коричневые 120 ден. Так, цвет коричневый. Артикул 820-612 в размере XL. Пятерка-шестерка, я так понимаю. Пятерка-шестерка, наверное, так. Вот такие вот обычные колготки, а рубчик вот такой. Обычные колготочки, хорошие, эластичные, на мой взгляд, они не колют, мягкие, суперские. Надо заказать самый маленький размер, попробовать моей Виктории Антоновне, потому что очень часто ей начали подходить колготки Faberlic самый маленький размер. Ну, понятно, уже 10-й год пошел, она в папу высокая, поэтому, ну, уже не мелкая девочка, хотя на ней не жиринки, но не мелкая уже, как бы пошла крупнеть, 5-10, вот. Поэтому будем смотреть. Это я заказала на себя. Такие вот колготки. Чувствую, что они не колючие, не комфортные. И закажу дочке. Самый маленький. Тут, значит, идет черный. Тоже колготки в рубчик. Плотность 120 ден. Очень мягкие, хорошие. Эластичные. Чувствуется хорошее качество. Но в компании Faberlic всегда вот колготки. Что-что. А колготки всегда были на высоте. Ну, как бы все хорошо. Ну, на черном плохо видно. Ну, вот он рубчик, такой вот рубчик. Между двух полосок, видите, ровное пространство, а по краям рубчики. Видите, да? Вот так вот сделано. Две сзади, одна спереди. Так, ну-ка, на этих. А, на этих тоже, видите, ровное пространство. Сначала не обратила внимания. Рубчики только посерединке. Ну, по краям, вернее, посерединке ровненько. Ну, в принципе, удобно, удобно, хорошо. Будем пробовать носить. Так, далее. Кетчуп классический из помидор черри, 100 грамм, 35 калорий, срок годности 9 месяцев. Угу. Вот, хорошая штука. Мне нравится, я сама даже вот кетчуп иногда начала кушать, потому что магазинский с натуральным сахаром мне не совсем подходит по здоровью. Далее, бюстгальтеры. Думала, что же такое нужно полезное мне взять с 70% скидкой, как золотому VIP-консультанту. И взяла вот такой вот бюстгальтер, спейсер, с артикулом 504-334. Потому что черные бюстгальтеры я беру редко, ношу очень редко. И вот знаете, он на камеру истинен. На самом деле не верьте камере, она обманщица. Он обычный черный бюстгальтер, обычный черный. Такой цвет не очень сильно черный. Вот если сравнить с черными колготками, то вот этот бюстгальтер, он такой серый-черный получается. Видите, вот она разница с колготками. Очень удобные бюстгальтеры, их можно мять, с ними ничего не случается. Они великолепные. Обожаю, обожаю просто эти бюстгальтеры. Очень еще хорошо подошел мне бюстгальтер. Размер тот же 85C. Мадина 503-922. Понравился.
шикарно. Я вот эти штучки выкидываю, и в остальном он очень делает красивую мне грудь, такую приподнятую, хорошенькую, и нравится тем, что поролон, ну, он не такой толстый, наверное, за счет того, что есть вот эта подушечка. Очень красиво грудь смотрится, шикарно. Конечно, если без подушечки, то тут совсем мало места под грудь, мне маловато, мне бы, наверное, пришлось на размер больше чашечку заказывать, но я чашечку убираю и таким образом ношу. Я считаю, что меня грудь увеличивает, в моем возрасте меня грудь увеличивает. Тут три лямочки такие, то не всегда нравится. Вот тут лямочка, она половина не регулируется, половина регулируется. Но на самом деле бюстгальтер очень красиво смотрится. Такое ощущение, что у вас все так прозрачно, да, а на самом деле нет, оно не прозрачно. Но смотрится, как будто вы такая вот прям голая. Только вот ореолы не просвечивают. А так вообще, как будто голая. И трусики тоже очень красивые от них идут. В общем, супер класс. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Коннова Аня. До встречи с вами в новых видео. Это был обзор и новинки, и не новинки, и скидки, и то, что врач прописал, и то, что муж любит. В общем, такой вот смешанный обзорчик. С вами была Коннова Аня. Проект Фаберлик Онлайн. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, задавайте вопросы.